Добрый день, толстовки Коллинз, хорошие модные модельки, не избитые, ну то есть они современные, это их сильная сторона. Также сильная сторона — это цена и то, что они являются новыми с этикетками. Но слабая их сторона — то, что они требуют доработки перед выкладкой в розницу. То есть чаще всего это дефект, связанный с пятнами. Вот, например, как вот у этой вот кофты, у нее пятна-то вот нет, да, этикетка здесь. Но есть катышки, которые надо убрать, а так она в целом классная. Тут, естественно, и мужские, и женские, вот это размер S, преимущественно молодежный, размер M, как какие-то пятнышки небольшие, еле видные. Здесь размер L с начесом, мужская. Как их можно продавать? Размер S, пятна. Как их можно продавать? Можно с ними ничего не делать. И, допустим, заранее поставить цену 2000 рублей, так, ну и заранее сделать скидку какую-то, чтобы, допустим, у вас была новая коллекция толстовок с хорошими скидками, и рядом повешать шорты, джинсы. Здесь вот смотрите, вот, видите, на ткани получается дефект, то есть другими словами, это дырка, вот. Носить ее можно, то есть со скидкой человек может купить, все зависит от того, как вы это преподнесете, то есть какую стратегию вы выберете. Очень много толстовок, которые попадают сюда, потому что не товарный вид. Но для секонда это не страшно. Здесь вот еще есть один дефект, сложный дефект, потому что это дырка. Здесь каким образом исправляется? Опять же, магазин ткани, вот эти вот лейбы можно пришить сюда и сюда одинаковую. И заштопать дырку никто никогда не увидит, и кофту это не испортит. Но можно также ее продать, чтобы человек это сделал сам, вдруг кому-то нужна цена. Так, это у нас толстовка без... Это размер M. Чаще всего не товарный вид. Размер M. И для продажи в регулярной коллекции, допустим, они уже не подходят. Либо магазину нужно обновиться вот этой сети, этому бренду, на новую коллекцию, а куда девать старую, непонятно. Поэтому они ее опускают в сток. То есть если мы раньше имели дело только с европейским стоком, сейчас, как видите, вот и Турция тоже, и часть России тоже также может присутствовать в вашем и в нашем ассортименте. Хорошо это или плохо, никто не знает, надо просто делать эксперименты. Вот и все. Поэтому лоты маленькие, они небольшие, они очень комфортные по цене. Размер M. Пробуйте, все получится. Размер XS, тоже не товарный вид. Здесь вот тоже не товарный вид. Размер M-ка. А вот этих толстовок здесь, ну, не, она не одна. В основном у них дефекты, это вот какие-то пятна. По факту эта толстовка является с начесом, то есть она, ну, такая симпатичная, но вот у нее какие-то пятна. На мой взгляд, они все отойдут во время стирки. Капюшон отделан хлопком внутри тонким. И вот смотрите, вот такая, это M. Снова такая, S. Снова такая же, S-ка. М-ка и М-ка. Вот такая же М-ка. Поэтому у вас будет целая коллекция, возможно, какая-то многодетная семья или что-то с этим связано. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.